Всем привет, друзья! С вами Амик, и сегодня мы продолжаем искать духов в игре Spirit of the North. Да, действительно, я уже всю игру прошел, и вы можете посмотреть прохождение у меня на канале, если кликните по подсказке в верхнем правом углу на своем экране. Далее, смотрите, что мы сегодня будем делать. Заходим в главы и смотрим. Вот у нас есть 8 глав, но не в каждом есть духи. И в первой главе мы духов всех нашли, как видите. Вот видите, 3 человечка, они стоят. Если какой-нибудь человечек, вот, например, как во второй главе лежит, значит, нам нужно его найти. В общем, давайте считаем, сколько нам нужно найти духов. В главе номер 2 нам нужно найти одного духа. Далее, в главе номер 3 я всех нашел духов. Далее, в четвертой главе нам нужно найти 1, 2, 3, 4, 5. 5 духов в четвертой главе. Это даже много. Далее, глава номер 5. Нам нужно найти 1, 2, 3, 4. 4, ничего себе, это уже около 10 духов нам с вами нужно найти. И вот в шестой главе нам нужно найти еще одного. Ха, отлично, отлично, мне это уже нравится. В общем, 11 духов нам сегодня нужно найти, это будет очень сложно. Так что отправляемся во вторую главу. И если вы, ну, не смотрели прохождение, то обязательно посмотрите, потому что сейчас будут одни спойлеры. Естественно, вы не будете смотреть прохождение с нуля, я буду вам показывать только основные моменты. Вот наша лисичка, у нее очень сильно болит лапка, и ей очень сложно передвигаться, и этот уровень вообще, он настолько долгий, и мы с вами очень будем долго пробираться по всяким снегам, потому что лапка сломана, она упала вниз, и ей очень плохо. К сожалению, я отключил геймпад перед самой записью этого стрима. Я буду играть с клавиатуры. Надеюсь, вам ее будет не так слышно. В общем, глава номер 2, и нам нужно найти одного из двух духов. Я одного духа знаю, где он находится. Сейчас я вам его покажу. Вот смотрите, вот это статуя лисы, и нам нужно вон туда залезть. Вон, видите, там есть такая щель, и там находится первый посох в главе номер 2. Вон, видите, он... Вон он лежит. Я точно помню, что я его вроде как собирал. Но в любом случае мы найдем, надеюсь, сегодня все. Потому что это будет очень сложно. Ну, прям все посохи, конечно, очень будет сложно найти. Надеюсь, вы, если что, если я что-то вдруг не найду, вы мне обязательно помогите. Очень вас об этом прошу. Ну и, конечно же, поставьте свой лайк. И досмотрите этот ролик до конца. Он будет очень-очень интересно. Ну что же, этот посох нам нужно донести до... первого духа. Нам нужно найти первое, так сказать, место, где обитает этот дух. А вон оно. Вон оно или не оно? Не, это не оно. Сейчас мы тут доберемся. Смотрите внимательно за посохом. Что с ним сейчас происходит? Опачки, лампочка включилась. Теперь какие-то огоньки начались. А это значит, что поблизости есть кладбище духов. Ну, либо место, где захоронен этот дух. И нам нужно найти его тело и, естественно, отдать ему этот посох. И, как видите, вот он лежит. Оп, за голову держится, а мы ему отдаем его посох. И теперь он радостный улетает в небо. Посмотрим на его радость. Ого, ничего себе! Даже смотрите на реакцию лисы. Она просто в шоке. Ладно, давай пока-пока, дух, и пойдемте к следующему месту. Следующее место я... Опачки, это что у нас? Это... О, оказывается, я этого духа-то... И... Что? Ничего себе! Я думал, что другого... Я просто несколько раз этот уровень уже проходил. Я думал, что этого духа я отправлял уже на небеса. Оказывается, я другого духа отправлял. Конкретно на этом уровне, я просто знаю уже, где эти духи находятся. До этого мы даже с вами вроде в предыдущей серии находили этого духа, но почему-то этот посох все-таки мы не отдавали. Значит, видимо, я этот посох не находил. Хотя я вот буквально вот сегодня прошелся по этому уровню, чтобы сильно не тупить, да, чтобы по-быстренькому пройти вам хотя бы вторую главу. Ну, слушайте, хорошо, нам не придется тогда долго-долго проходить этот уровень, и мы можем просто-напросто из него выходить. Мы все-таки не проходим эту игру, мы просто находим всех духов. И как бы, ну, я думаю, что, по-моему, четвертый уровень нам, в любом случае, его практически весь придется проходить, так что будет все равно
для кого-то интересно, кто не видел прохождение этой игры. Ну, я думаю, что многие не видели, так что обязательно посмотрите. Очень интересно прохождение этой игры. Так, ну что, где? Чё-то я не вижу. А где второе захоронение? Сейчас мы второго-то найдем. Найдем мы второго. Я не знаю, для чего я ищу второго духа, потому что я его уже, в принципе, находил. Нам можно выходить на следующую главу, но я просто хочу на всякий случай принести и ему тоже посох, чтобы никаких у нас проблем не было. Я сейчас прямо не буду доходить до конца, я прямо выйду в главное меню, чтобы было, так сказать, я проверю. Нам вообще нужно уровень целый проходить, либо только находить этих духов. Ну что же, мы еще одного отправили духа, но мы его уже отправляли. Так что, друзья, здесь ничего такого не особенного нет. Так что идем дальше. Просто-напросто, да, вот нам тут скажут, что духа... Вот, видишь, нового... Хотя, нет, новый дух появился. Это очень странно. Давайте-ка мы, знаете, что проверим? Мы сейчас вот такую вещь сделаем. Мы сейчас выйдем в главное меню. Я просто боюсь, что у меня не сохранится. И сейчас проверим, сохранилось или не сохранилось. А то мало ли что. Но, слушайте, в любом случае... Так. Выбор главы, заходим. Да, все, фух. Нам не нужно проходить прямо все главы, а то я боялся, что нам нужно до конца главы дойти. Нет, находим духа и просто выходим в главное меню. Нам больше искать не нужно. Ладно, отправляемся в главу номер 4. Это получается, нам нужно 5 духов найти. Так это весь уровень нужно проходить. Ничего себе, вот это я понимаю. Отправляемся в часть 1, потому что там, скорее всего, нас и ждет первый дух на нашем пути. Ну что же, вы готовы, друзья? Потому что я очень сильно жду этого момента, когда мы с вами уже начнем, так сказать, проходить всех духов. Глава номер 4, все сохраняется, и мы, естественно, отправляемся за первым посохом. Вернее, уже за вторым посохом на сегодня. У меня такое ощущение, что вон в той горе, вот видите, там какое-то здание есть. Там, возможно, есть и дух сам, но, к сожалению, самого... посоха я так и не нашел, возможно, он там есть. Ну, сейчас, ладно, добежим до туда вначале. Если там есть дух, значит, мы будем его искать, его посох будем тогда искать где-то поблизости. Ну, а если там посох только лежит, то, значит, мы с вами будем искать духа. Что еще делать? Так, что мы тут видим? Мы видим тут какие-то цветочки. А, точно, это же цветочки силы, да? Смотрите, как прикольно выглядит именно вот этот скинец, когда в нас дух находится. Так, мы с вами можем уничтожить эти цветочки, только нам нужно зажать, получается, да, свою силу, мощь, так сказать, и... Чё? Мы ее можем зажать-то или нет? А, секундочку, а тут, может быть, еще лаять можно? Может... А как? Подождите секундочку. Как это работает? Ну-ка. У нас есть какая-нибудь мощь, либо сила... Не, ничего не работает, смотри. Мы просто воем и все. А если нажать вперед или назад? А, вот. Мы можем теперь это сделать. Отлично, все, мы подожгли эти цветы и можем туда заходить. Смотрите, а здесь все-таки есть посох. Ладно, тогда берем его в пасть и несем. Слушайте, а куда нам его тогда нести? Там есть цветы. Давайте отправимся туда, посмотрим, может быть, где-то там, в этой стороне, есть и сам дух. Так, присмотримся. Вы видите где-нибудь духа? Я вот что-то нигде не вижу. Честно, сейчас мы лежим здесь. Вот. Нет, здесь ничего нет. А, вон он, смотрите-ка, лежит. Или это... Да, это сидит. Здрасте, дух, мы вам тут принесли немножко покушать. Ну ладно, не покушать, конечно. Посох. Сейчас посмотрим, вообще открылся тот дух, того духа мы нашли или нет. Если мы находили и других тоже. Так, сейчас, секундочку. Да, вроде... Да. Все, мы нашли того самого духа, которого нам нужно было найти. Отличненько. Это меня вообще сильно радует. Ладно, отправляемся дальше. Я вот только не знаю, в какую нам сторону теперь бежать. Нам нужно теперь посмотреть эту карту. Я просто ее не помню. Вот надо будет пересмотреть свое прохождение. Так, давайте-ка поднимемся мы в эту сторону. О, смотри-ка, что тут лежит. Ну-ка, давай-ка подберем этот посох. Куда нам идти? Так, здесь
ничего не загорается. Слушайте, здесь какой-то проход есть, и, возможно... Вот-вот-вот, смотрите, загорелся... А, вот он лежит. Отлично, сейчас мы ему передадим его посох и посмотрим. Может быть, я находил, кстати, этого... Это место я, по-моему, находил. Вот почему-то я помню о нем. Я даже, когда шел сюда, я такой думаю, о, мы пришли в правильном направлении. Ну что, нам добавят что-нибудь или нет? Ну, тут, мне кажется, сразу будет реакция видна. Все, мы нашли еще одного духа, но... Серьезно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять духов осталось? Ничего себе. Ну ладно, будем искать тогда остальных. Мне кажется, будет интересно сейчас найти и всех остальных. Не, на этом уровне, мне кажется, очень много этих духов нужно найти. Мне кажется, даже этот уровень придется весь проходить. Нужно прямо под каждый камешек заглядывать, смотреть, осматриваться. Я действительно буду прямо по кругу бегать, по кругу ходить. И искать все нычечки. Так, здесь ничего нету, никаких входов. Идем дальше, здесь тоже никаких пещер нету. Знаете, можно так смотреть, а лучше подходить. Нет, здесь пещер тоже нету. Вот еще, может быть, здесь что-нибудь есть? Да, эти арки, я помню их, они тут были. И, нет, смотри-ка, ничего нету. Это как-то странно. Я думал, что где-то здесь может быть что-то есть. Но нет. Ладно, будем рассматривать все по сторонам. О, это что такое? А что за красные следы такие? О, это что-то удивительное. Красивое. О, смотрите, мы еще одну пещеру нашли. Вот это да. Слушайте, а я что-то не видел эту пещеру. Ничего себе, как она нас далеко ведет. Прикольно, я тут, по-моему, не был. Так, давайте-ка мы возьмем силу духа. Опа. Так, но я думаю, что здесь где-то точно должна быть, должен быть посох. Но вот только в каком месте он находится? Нет, здесь ничего нету, серьезно. Это удивительно странно. Так, мне бы найти сам посох. Ну нет, так нет. Ладно, отправляемся дальше, будем искать повнимательнее. О, смотрите-ка, мы куда-то отправились и... О, это что такое? Я уже реально так давно видео проходил, что я уже подзабыл. Так, ну и что, куда нас отправляет игра? А? А, ну, наверное, следующий уровень. Все логично, да, увидите эти ворота. Давайте сбегаем, восстановим нашего духа. Отлично, восстановили. И пойдем дальше, посмотрим, что нас ждет в дальнейшем пути. Какие же все-таки тут красивые... Ох, я и забыл, что тут вот такая атмосфера. Я просто хотел сказать вот об этих воротах, как тут все атмосферно. А тут просто вылезаю и забыл вот то, что тут такое красное небо. Как же все-таки это круто выглядит. Ну что же, пойдемте сразу тогда на алтарь. Я помню хорошо, что там был в дальнейшем алтарь, который мы с вами находили и который нам дает силу, возможности. И там, я думаю, пройду. И если там найду посох, то, естественно, покажу. Да, как видите, этот алтарь я все-таки активировал, но здесь что-то я нигде не вижу посоха. Я вот помню, что где-то он был, но конкретное место я уже не помню. Будем искать! Послушайте, я, по-моему, помню, где именно посох находится, но я не помню, где дух от этого посоха. Ну, я думаю, что найдем. Давайте отправляемся в самый конец карты, он прямо в углу справа от нас будет, и я прямо туда бегу, получается, да? Вот вон туда, вон, к этой вот стене нужно подойти, прямо к ней в упор, и там будет лежать посох. Но... Где сам дух? Я вот что-то не помню. Нет, честно говоря, я очень много уже подзабыл в этой игре. Надо бы ее перепройти заново и напомнить о себе, ей. Хотя у меня много уже игр есть, и я думаю, что вам будет их интересно тоже будет посмотреть. Так, в любом случае... Вон, смотрите, посох есть, да? А где же тело? Оно где-то точно, помню, что поблизости. Вот оно, где-то здесь. У нас есть, смотрите, возможность... Переходите. Вот оно. Отдаем, значит, здесь мы вход открываем. Получается, мы где-то здесь должны вход быть. Где же? И что? А, вот, смотрите, камень отпал. Вот это да. Ладно, давайте немножечко возьмем силу. Так, ну, подождите, нам нужно сюда положить. Силу взять. Отлично, сейчас мы духа обратно
посадим в лесу и, конечно же, бежим быстрее к духу. Духа в лесу. В общем, тут везде души, так что не обращайте внимания. Так, вот, передаем, еще получаем одного духа. О, сейчас с ним снова познакомимся. Здрасте, мордасте, просыпайтесь, уходите в другой мир, потому что вам здесь делать просто нечего. Все, давай, удачки тебе, а ты нам отдаешь ачивочку, или нет? Кстати, вот у меня, я вот не знаю, мы во втором уровне все души спасли, так давайте посчитаем. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, значит, этого духа мы с вами находили, ничего не изменилось. Ну ладно, будем искать дальше, вот только нужно понять, где это дальше. Ну буду искать сейчас, найдем, надеюсь. Да, мы зашли в этот замок, но пока что я никаких духов не видел, никаких посохов. Смотрел вообще везде, в каждой стороне, но так и ничего и не находил. Но думаю, что в дальнейшем я уж точно чего-нибудь интересненькое найду. В этом замке точно что-то, ну, в любом случае, что-то где-то найдет. Будем идти прямо, по прямой, тут нужно тут еще один какой-то челлендж пройти. Я в каждую из этих комнат зайду, видите, вот это вот, нужно ворота вот эти пооткрывать. Сейчас тут мы все пообыщем, но я думаю, что найдем то самое местечко, которое нужно нам поискать. Так, а тут что у нас? И вот таким вот способом мы, как я понимаю, открываем эти ворота. Хотя бы первый туннель, да? Ага, подождите, сейчас посмотрим. Слушайте, а что там такое? И все? Так, а подождите, как они открываются-то? Нам нужно наверх, получается, залезать. Слушайте, сколько всего здесь непонятного? По ходу дела надо встать и выйти из тела, да? Ну ладно, давайте попробуем таким макаром-то мы пройдем. О, смотрите-ка, действительно так и нужно. В общем, взорвем сейчас мы эти цветочки, ягодки, и, конечно же, пройдем в эту дверь. Ну вот что, дверь-то открывается, по ходу дела. Да, отлично, фух. Это, конечно, по-быстренькому вам все показываю, то есть, извините меня, то, что полное прохождение не показываю, как что-то открывать, но у меня есть на канале, мы сегодня просто ищем это ролик о тех духов, которых я не находил. Так, ну что же, пока что здесь я ничего не находил, ну, по крайней мере, в этом регионе, так что мы будем сейчас искать тут все подряд, все разыщу, все найду. Ну, в общем, я уже тысячу раз это говорил, и действительно, ну, просто сложно, знаете, очень сложно по этим стенкам ходить, везде здесь еще много всяких, как-то непонятных мест, где просто не найти ничего, там просто ничего нет, знаете, простая, вот, разработчики, мне кажется, когда придумывали эту игру, они просто так, делаем сегодня масштабную карту. И бах, делают масштабную карту, где ничего нельзя найти. Так, здесь что-нибудь есть? Там вроде ничего нету. О, а что это такое? Подождите, это лесенка, что ли? Так, стоп, а в какую нам сторону? Так, вон на тот камень перепрыгнем. А тут вообще можно найти? А, тут... О, так тут можно пройти, оказывается. Ничего себе, я думал, что здесь у нас... Никакого прохода нету. Оказывается, здесь были лестницы. Ну что же, поищем и здесь тогда. О, тут еще есть одни лесенки, но на них, к сожалению, запрыгнуть уже в этот раз не получится. О, посох! А это уже интересненько. И куда-то нас прямо ведет этот посох. Ну-ка, прям такая тропинка из цветочков. Но что-то посох не загорается. Ну-ка, давай-ка мы туда пройдем. Может, где-то здесь он загорится, нет? У меня такое ощущение, как будто куда-то вот нужно сюда идти, ведь тут какие-то загробные местечки. Так, здесь мы были, но ничего не происходит. Эй, дух, выходи, где же ты? Тебя найти вообще невозможно. Не, слушайте, тут нет местечка, мне кажется. Сейчас сам тут. Это очень-очень интересно. Так, смотрите, а тут есть какая-то лесенка, что ли? Ну-ка, сейчас попробуем туда спрыгнуть. Отлично, здесь есть мост. Нам и откроется. Ну-ка, запрыгнуть сможем? Отлично. О, смотрите, загорелось. А, где же он? Где же? Ну-ка, где же? Мне просто интересно даже. А вон он лежит, смотрите, алтарь. Отлично, мы сделали это, друзья. Мы нашли еще один. Но этого духа я точно не находил. Я не помню, чтобы я здесь вообще находился. Ну-ка, и нашли или нет? Это, ну, этого точно должно, это новый дух, 100%. Я прям не помню его. Ну-ка, сейчас посмотрим по списку.
будет ли новый дух или нет. Ну, давай, и... Да, появился, наконец-то, как же я рад. А как отсюда выбраться? Надеюсь, что этот камешек, да, этот камешек работает, и мы его сможем активировать. Ну-ка, что нас ждет дальше, даже стало интересно. Давайте восстановим свою силу, потому что, да, давайте ее восстановим. А знаете что, у меня появился новый скинец, вот это да. У меня появился, наконец-то, третий скин. Я его очень сильно хотел посмотреть. Сейчас мы его продемонстрируем в игре. Смотрите, какой он крутой! Вау! Это действительно прикольный скинец. Такой, знаете, как будто бы она повалялась в грязи какой-то, да? Вот в грязюке. Первый скинец у нас был рыжий, а этот уже какой-то грязноватый. Хотя, возможно, это действительно у него... Да, это окрас такой. Я думал, что это как в грязи, знаете, покупалось. Но нет, вроде. Слушай, давай-ка мы знаете, что сделаем? Я не хочу прямо всю эту карту проходить, потому что мне... Я уже проходил ее, мне уже не так это интересно. Сейчас мы знаете, что сделаем? Мы сейчас отправимся в главное меню. Я думаю, что в этой главе же есть части, да? И давайте мы попробуем как раз-таки с этими частями справиться. Ох, ничего себе, я тут достижение получил. Я, оказывается, эти двери, что ли, не открывал? Нахожу все новое и новое в этой игре прям для себя. Вроде проходил этот уровень, а тут ачивку не получал. Странно, хотя вроде проходил, не знаю. Как-то это удивительно. Но, видимо, по второму разу проходится все намного проще. Где же тут лестничное местечко? Здесь я уже был. Что вообще нужно сделать? Это сложновато. Так, а тут можно зарядить, что ли, получается, да? Освободить от этих цветов смерти. Ну и... Да, о, смотрите, это достало прошло. Может, найдем с вами. Так, и... О, посох! Как же я тебя долго искал! Вот только нужно найти теперь... О, где-то тут поблизости, оказывается, тельце-то. Где-то поблизости, может быть, где-то наверху. Так, секундочку, пропало. А здесь вот появится или нет? Вот, значит, где-то здесь, поблизости. Отлично, только вот нужно найти, получается. Это сюда запрыгнуть надо. Отлично, где же ты? Я тебя так долго искал. Я не знаю, тут уже, наверное, час сижу, ищу этого духа. Ну, вернее, сначала я не духа искал, я именно... А вон он, смотрите! Отлично, фух! Около часа искал этот посох. Серьезно, я тут бегал. Уже просто не помню, куда даже бежать. Но плюсом я искал сам посох. И не просто так проходил игру. Да, это довольно-таки сложно было. Вам-то это, знаете, по щелчку. Потому что я сделаю максимальный монтаж. Чтобы вам было попроще это все наблюдать. Так, ну что же, мы нашли вроде как так 4 плюс 3. Это значит, нам осталось еще 7 духов найти. 7 духов. Это не так уж и много. Так что ищем дальше. Ну, хорошо, это мега круто. Да уж, поиски тут вообще очень долгие. Я тут вокруг этого места уже бегаю. Тут вроде как нашел какой-то путь. И, возможно, ну, просто я уже и туда бегал, и сюда. И вон, видите, сверху я его заметил. Только вот я прибегал сюда, и вот надо посмотреть. Как же все-таки... А, так тут все так просто! Я просто в первый раз, когда сюда прибежал, что-то не заметил, что тут есть лестница. Отлично, я-то думал, будут какие-то проблемы. Но вроде как проблем особо нет. Ну, да, только, конечно, 40 минут это место искал. Эх, как же вам сейчас хорошо смотреть это, а я тут мучился. Просто я думаю, что если я буду прямо без монтажа этот ролик делать, вы просто устанете его смотреть. Я думаю, что это прохождение около 5, а то и 10 часов будет точно, как я этих духов прохожу. Но ничего, это для меня все-таки челлендж такой, я должен его все-таки выполнить. Ну что же, пока будем искать место захоронения духа, где он нам еще искать. Вернемся назад, но вроде ничего, посох не загорелся. Ладно, будем искать. Наконец-то посох загорелся! Куда тут только идти? Так, здесь... О, во, вход наверх есть! Отлично. Может быть, где-то здесь есть захоронение. О, идем вниз. Что? Это что за баг? Мы просто ходим поверху. Ладно, пойдем тогда на самый... А как отсюда выбраться? Стоп! А как нам выбраться-то отсюда?
Это баг, по ходу дела, какой-то. А нет, вроде выбрались. Я уж испугался, что мы с вами застряли. Ну, слушайте, залезаем на самый верх. Я надеюсь, что здесь есть захоронение. Отлично, фух. И как же я рад, как же я рад. Это, наверное, самое сложное прохождение за всю историю вообще. И это, наверное, самое сложное — найти здесь всех духов. Это, наверное, самое сложное задание. Потому что я тут бегаю, рыщу, ищу. Но вроде нашел. Вроде нашел еще одного духа. Посмотрим. Мы его точно находили. Осталось 6 духов найти вообще во всей игре. И я думаю, что это вообще, ну, не проблема. Не проблема для нас с вами, потому что мы отправляемся... Ну, я отправляюсь искать, а вы будете наблюдать, как же все-таки я сделаю это. В общем, рассказываю. Я нашел одного из духов. Но проблема в том, что я до него могу только дойти лисьим духом. Я не знаю, как туда пройти, но, во-первых, я не нашел сам посох. Смотрите, я сюда дошел. А, вот, смотрите, там дырка. В общем, я нашел, вот вон, видите, вот этого, ну, вы, в общем, вы видели, в общем, вы видели, друзья, захоронение, но, к сожалению, я с этой стороны зайти вообще никак не могу, видите, проход закрыт, но сам посох я вообще не нашел, не знаю, где он, не знаю, где его искать, буду, ну, конечно, сейчас буду его искать. О-хо-хо-хо-хо, ничего себе, я реально, я его столько, ну, как бы я не думал, что он прямо здесь находится. Нужно, слушайте, допрыгнем? Не допрыгнем, да? Но ничего страшного, сейчас мы попробуем с другой стороны тогда еще прыгнуть. А как с той стороны прыгнуть? Стоп. Это мы с вами сейчас опробуем, конечно же. Ну, кстати, подождите, а с какой стороны лучше запрыгнуть? Надо только вот присмотреться. Не, мы с той стороны вообще не сможем запрыгнуть. Понимаю. Слушай, ну попробуем с этой стороны. А как прямо нужно с этого камня, скорее всего, запрыгнуть? Ну, давай попробуем. Разбег побольше возьмем. Естественно. И прыжок. И отлично. Ух, мы взяли этот посох. Но самый-то прикол. Нам нужно как-то обратно попасть, да, сюда. Ну, как вы видели, там был... Ход, может быть, нам нужно обойти. Вот видите, загорается наш посох. И окей, давайте тогда оббежим вот это вот все дело. Оббежим эту всю гору и попробуем там, может быть, где-нибудь проход найдем. Да, проход действительно здесь есть. И я надеюсь, мы в правильном направлении. Да, вот он. Отлично, я рад. Слушайте, это было проще, чем я думал, но прошлый дух, я не знаю, я его очень долго искал, ну прямо очень долго искал, а этого быстренько так нашел. Круто, некоторые прям духи такие, видимо, вредные, а некоторые прям, найдите меня, я буду, опачки, еще один скинец. Чего? Я что сегодня открою все скинцы, что ли? А я рад. Так, давайте-ка мы с вами тогда еще один посмотрим скинец. Так, у нас тут есть награды. Раз, два, три. Вот он. Возобновим, посмотрим. Вот он какой новый скинец. Сейчас мы выйдем наружу, потому что там есть свет хотя бы. Ну, или он такой есть, что ли, да? Темненький такой. Прикольно выглядит, очень прикольно выглядит. Мне нравится. Так, ну что же, будем тогда искать следующего духа. Это, слушай, ну, конечно, долгая серия получается, друзья. Я надеюсь, вам еще не надоело все эти духи, но я хочу прямо за один ролик с этими духами, со всеми расправиться раз и навсегда, и уже чтобы этот челлендж был сделан. Ну что, идем искать дальше. А оказывается, главу 4-то мы полностью прошли всех, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, 7 ровно духов мы с вами на главе 4 прошли. Нам теперь нужно идти на главу 5. И, слушайте, я не знаю, нам проходить ее с нуля, что ли, получается? Или нет? Ну ладно, будем искать все-таки в этом месте тоже. Ох, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну ладно, давайте попробуем. Тогда я думаю, что мы как раз сможем во второй главе найти первого духа. Поехали! Вернее, не во второй главе, а в главе номер 5 и части 2. Вот, поехали.
Да, я все-таки прошелся с самого начала, и я просто помню, где первый посох находится, так что в любом случае вам лучше покажу это местечко. Я просто забираюсь на гору, вон там вот был портал, я в него запрыгнул, и мы находим здесь посох, как вы видите. И нужно... Ох, как же музыка разыгралась, вы слышите, да? Какая же тут красивая музыка. И нам нужно, естественно, добежать до нашего знакомого духа, с которым мы уже познакомились. Нам нужно просто вон в том направлении бежать по горе. Да, нам сейчас покажут очень красивые места, вы посмотрите. Вот. Ну, я просто не хочу спойлерить, вот честно. Кто еще не смотрел прохождение, я просто не хочу рассказывать полную историю, что здесь в игре будет происходить дальше. Но в любом случае, посмотрите. Вот прям не пожалеете 100%. Итак, где же тот самый дух? Он где-то должен быть здесь, насколько я помню. Давайте запрыгнем сюда. А как сюда запрыгнуть? Так, давай-ка мы попробуем с другой стороны. Опа! И отлично. Вот. А, вон он, смотрите-ка. Да, вот здесь мы с вами посох оставляем. И надеюсь, мы его уже проходили. Нет, я помню это точно место. Я помню, что мы сюда приходили прям 100%. И 6 духов, да, осталось еще? Или сколько? Раз, два, три, четыре, пять. А, еще 5 духов осталось. Но это точно дух, которого мы находили. Так что следующий дух, я думаю, что как раз таки он будет новый. Пошли за ним, искать будем. А вот тут вот новенькое местечко, и, по-моему, мы вон в ту башню еще не ходили. Давайте-ка сбегаем в ту башню, может быть, посмотрим, там что-нибудь интересненькое найдем. Ага, и что? Что же тут? Тут вот есть такая дверь, но ее нужно как-то же еще открыть. Вот где? А, смотрите, вон камешки есть. Смотрите-ка. А, да, они включаются. Ну-ка попробуем. Ох, надеюсь, хоть эта комбинация подойдет, а то я не знаю, что делать. Ну, о, наконец-таки. Мне на так надоело бегать туда-сюда. Но вроде как с этой комбинацией мы справились. Надеюсь, хоть тут есть посох. Ну-ка, дай посох. Чего? Тут есть дух. А где сам посох тогда? Может, мы его где-то пропустили? Или... Смотрите-ка, тут есть еще какие-то ворота, да? Может быть, их как-то... О, смотри, ну-ка. Отлично. О, это что такое? А, я забыл, точно. Мы же только что получили эту возможность. Так, наступим. Ну давай, не ступай уже. А, открывается. Побежали быстрее. Фух, перед нами закрыли прям. О, смотрите, здесь посох есть. Отлично, фух. Я уже думал, что я где-то посох оставил. Ну-ка, а здесь мы отсюда сможем выбраться как-то? Али нет? Давай. Опа! Отлично! И все! Это было так легко, оказывается! Я-то боялся, что мы не сможем это сделать. Но по итогу, смотрите, как все очень просто. Круто! Ну что же, надеюсь, это новый дух. Сейчас посмотрим, какой он в очереди. И отправимся дальше на приключения. На долгие приключения. Так, ну и показываем. Да, отлично, мы сделали это, мы нашли еще одного, осталось еще 4 духов найти. Вперед, друзья, на поиски. Ох, какие же долгие поиски будут. Ага, ну, по-моему, вот следующего духа я помню. Вон, да, посох, точно, есть посох там, значит, мы идем в правильном направлении, правда, я почему-то промахнулся. Да, надо было просто сплэш нажать, да и все. И прыжок! У-ху! Вот. Снова недолет? Чего? Но на этот раз долетели, и как раз посох у нас в зубах. Ну, и конкретно в пасти, конечно. Так, ну что ж, несем наверх. Я помню, что, по-моему, наверху должен быть. Не, слушайте, я точно помню, что мы ему приносили посох. Вот почему-то я так... Вот прямо это место я очень хорошо помню. Так, посмотрим. Да, ну это, по-моему, старый. Ну сейчас проверим. Нам что, проблем никаких вообще не составит. А ну-ка. Вот. Слушай.
А почему я помню это место? Я не понимаю, почему я помню это место. 4. А, нет, подожди. У нас 4 и оставалось, да? Да, что-то я... Ладно, идем дальше искать остальных. Так, посмотрим, что в этом домике. Надеюсь, хоть что-нибудь найдем. Ну, что-то давно ничего не находил. Аж грустняшку ловлю. Может быть, я уже даже что-то и пропустил. Ох! Наконец-то нашел хоть что-нибудь! А то я уже думал, что все. Мы с вами уже больше никогда ничего не найдем. Эй, а что он не берется? Это баг какой-то или... Нет, в рот. В рот мы взяли его. Взяли вот его, хорошо. Так, а куда нам теперь отправляться? Ну, будем искать сейчас местечко, где загорится посох. Туда и положим его. О, посох-то загорелся! Ну, хорошо, сейчас будем тогда искать то самое местечко. Так, ну, 100% за этой стеной что-нибудь есть. Ну-ка, пролезем быстренько. Так, дорога вроде ведет наверх, да? Отлично. И где, куда? А, вот! Ну, вот он. Дяденька, держите. Сейчас посмотрим. Какой ты там по счету дух-то, а? Я очень сильно надеюсь, что... Мы с вами справились с этим заданием. Давай, 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 давай. Просто я каких-то духов находил, а каких-то нет. Я точно не помню. Я стараюсь всех находить духов прямо по очереди. Так, и... мы этого находили духа. Значит, следующего духа точно я не находил. И это хорошо. Ого! Я нашел следующий посох! Слушайте, я так давно не радовался. Ну просто, я не знаю, я тут вот везде, вот видите, я весь грязный, там искупался в нефти, здесь побегал, там побегал. Ничего нигде не нашел, но сейчас, я думаю, с этим посохом-то мы все сразу и обнаружим. Только вот нужно повнимательнее немножко играть, все-таки этот посох не всегда загорается прямо рядом. Ну серьезно, я заметил то, что некоторые посохи не могут загореться прямо рядом. Ну будем искать местечко, где же там захоронение-то? Так, и куда же ведет этот портал? О! Так, подождите. Куда же он нас привел? Это я не очень понимаю. Ну, ладно, поищем здесь местечко. Сколько можно здесь прыгать? Ничего вообще найти не могу. Прям ничего. Нету нигде этого духа. Ну вот, я уже даже видел, что в одном моменте... О, вот он! Смотрите, я наконец-то сюда запрыгнул. Просто он тут вот начинал загораться посох, я не понимал где. Я попытался там попрыгать, вроде показалось, есть здесь дух, но сейчас вот запрыгнул сюда и вроде как... Ну, да, это он. Все, отлично. Напрыгался я тут вдоволь. И давайте посмотрим, сколько там у нас духов-то осталось. Айс, так, и показывай, показывай табличку духов. А? Айс. Да давай, пока. Давай, увидимся там в дальнейшем. Я помню, что мы с духами потом встречаемся. Да, мы сделали это! Осталось всего 3 духа. Так, а здесь я помню, кстати, это местечко. И я даже знаю, где примерно этот дух находится. Он вон там где-то находится. Я его видел... сейчас скажу, когда я его видел. Когда там... Вот сейчас я даже, может быть, вам его сейчас и продемонстрирую. По-моему, отсюда его даже видно. По-моему, вот с той стороны. Он на каких-то из тех... В общем, сейчас попытаюсь до туда допрыгнуть. Сейчас вначале нужно вот этот вот лабиринт пройти. А то я, кстати, сейчас даже, может быть, посмотрю свое прохождение. И как же там я делал? Вот эти камни. Сейчас с первого раза, если получится, то... Я просто примерно знаю знаки, но на 100% не уверен. Так, ну что, у нас включились? Нет, не включились. И что нам делать? О, смотрите, кстати, посох. Есть посох, но а почему не включились порталы? Интересно. Может быть, в этом проблема? Ну, сейчас попробуем. О, все, зажглось, отличненько. Сейчас мы с вами попробуем пролезть вон туда. Сейчас мы попробуем. Давай. Эх, из этой бы нефти выбраться. Раз, два, три, четыре и пять. Отличненько. Только вот
Вон, видите? Вот, или видно или нет? Слушайте, или мне кажется. Сейчас мы кое-что сделаем. Я надеюсь, что нам можно будет чуть-чуть назад вернуться. Потому что у меня такое ощущение, что назад уже вернуться нельзя. Ладно, давай попробуем здесь, что ли, как-то. Где? Вон он, смотрите, вон он, я вам... Вот это да. Фак! Я то есть сюда попал, но нам нужен... нам нужен теперь посох. Хорошо. Главное, чтобы все получилось, друзья. Главное, чтобы все получилось. Очень-очень сильно хочу, чтобы у меня все получилось. Эть! Отлично! Ой, как же это хорошо на душе это. Ну что же, дух, давай, прощаемся и с тобой. Третий дух. А, еще два осталось, друзья мои. Мы уже практически всех духов нашли. Слушайте, прикольно так челленджи такие проходить в играх на сюжет. Мне очень сильно понравилось. Я что-нибудь для вас еще найду, какую-нибудь интересную игру. Пройдем ее точно так же, со всеми челленджами и тому подобное. Так, ну что же это у нас? Это получается, у нас осталось еще два. Ну ладно, идем дальше. Че, я думаю, нам туда перепрыгнуть, да и все. Хотя, что-то такое интересное. Можно где-нибудь пройти? А, тут просто так скатываешься вниз по этой нефти, да и все. Так, ну что, мы с вами вроде как в последнем уровне. О, во, посох, ну это сразу я его нашел. И где вот теперь самого духа искать? Вот у меня вопрос на вопросе, конечно. Ну, ладно. В принципе, нам посох... Знаете, когда уже посох нашли, я уже понял, что самого духа найти-то уже не такая проблема. Просто нужно найти вот местечко, где этот посох загорится. Но далеко от этого места лучше не отходить и просто в округе все-все-все бежать. Посмотрим, может быть, в каком-нибудь опять... на какой-нибудь горе опять запрятался этот дух. Сейчас найдем. Так, куда я уже ходил? Сюда я ходил... Так, ладно, давайте туда пропрыгаем, может быть, что-нибудь там есть. Так, здесь вроде ничего. Так, ладно, давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Давайте-ка мы вот этот камень активируем, что-то это интересное. А ну-ка, давай-ка активировать его. Эй, камень, активируйся. Так, вроде активировался. Берем наш посох. А что? О, смотрите! Это наш дух. Так, ну давайте вперед тогда пройдем. Естественно. Так, как бы нам туда допрыгнуть? Разбег! Ух! Допрыгнули. Так, осторожно, осторожно. Ух, нет, пожалуйста, 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 нет! Нет! Как же это сложно. Так, это нам получается вот сюда нужно запрыгнуть. Ага, фух. Ну, ладно, я хотя бы уже хозяина этого, этой палки нашел. А то я уже не знал, куда идти. Не, слушайте. Фух, это, конечно, дело не из легких, я вам скажу. Здесь нужна какая-то, знаете, сноровочка, что ли. Постоянно. О, я тут телепорт теперь открыт. И как я теперь пролезу? Ну, давай попробуем как-нибудь здесь так пролезть. Слушай, а может быть здесь как-то можно... запрыгнуть, что ли? Нет, давай-ка я лучше оббегу эту штуку, а то мало ли что произойдет. Давай-ка. Мы лучше там пробежимся. Так, стоп, здесь тоже никогда не забраться. Слушай, с этого камня, мне кажется, как-то попроще запрыгнуть. По крайней мере, у меня это получалось. Ух! Так, отлично. А здесь мы просто перепрыгнем. Так, что мы придумываем? Так, отдаем предпоследний посох. Ой, друзья, у меня аж мурашки по коже. И все. Я умоляю тебя. И все. Ну, давай. Открыли еще один скинец. Вау! Вот это, по-моему, мега-скинец. Отлично, давайте смотреть. Так, настройки заходим, награды, и вот он. Я его очень сильно хотел, я его видел на картинках, но у меня его не было, смотрите. Ладно, давайте-ка сейчас я перезайду, ну, нам просто еще следующую душу искать, и я обязательно в этом скинце побегаю. Смотрите, какой он красивый, даже в нефти. Красные ушки, мордочка такая прикольная, сейчас я его как-нибудь попробую приблизить. Эй, лисичка,
О, смотрите, мордочка какая прикольная. Вот мы с вами и сделали это. Ну что ж, отправляемся к следующему духу. Надеюсь, мы его найдем. Но это будет очень сложно. Я вам серьезно. Последний дух остался. Вы посмотрите только на эту красоту. Первая глава. 3 из 3. Вторая глава. 2 из 2. Третья глава. 3 из 3. Четвертая глава. Так, ну, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 из 7. Глава номер 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 из 9. У-ху! Ну-ка, я пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, все 9. Так, и 6-я. Да, 4. Но, нет, 3 из 4. Да. Мы сейчас отправляемся, но знаете что? Я так очень сильно... Ну, тут всего лишь, смотрите, 1, 2, 3. Я думаю, что в части первой, ну, пойдем искать туды. Да, вот такая вот лисичка у нас, Патрикеевна. Смотрите, какая она красивая все-таки. Как же она круто выглядит. Вот сейчас я выберу. Вот. Вот в таком вот виде она. Ох, какая же она все-таки красотулькина. Прикольно. Слушай, ну, давайте искать дальше, что сказать. Я не знаю, ну... Последний, по сути дела, нам нужно будет посох найти. Ну, будем искать везде, в каждой дырочке. Здесь, так, нет, здесь одни черепа. Здесь, о, это, как я понимаю, посох, да? Отлично, это уже хорошо, потому что я думаю, что мы на верном пути. И смотрите-ка, загорелся. Мой хороший. Так, а куда нас? Подождите. Стоп. Если мы здесь... Это что такое? Ну, все, попробуем. Отдадим, так сказать, всю мощь лисичью. Ладно. Здесь зажгли, видимо, какую-то картину. Слушайте, а куда нам нужно идти? Что-то я не могу понять. О, может быть, здесь есть какой-то... Так, нет... Ну, будем искать тогда. О, что-то происходит. А, мы валун. Я активировал валун, точно. Ага. То есть нам, получается, сейчас нужно возвратиться назад. Что-то, по ходу дела, я что-то сделал не то. Так, где-то мой посох. Вот он, мой посох. Сейчас я его возьму. Впасть и побегу тогда дальше. Надеюсь, хоть здесь найдется... местечко. Ну, до этого просто нигде не видел. А тут, смотрите, зажигается, но он... Не знаю, что делать дальше. О, смотрите, снова зажегся посох. Очень интересно. Очень интересно, я вам сказал бы. Только вот куда нам идти? Так. Здесь посох пропадает. Слушай, а вон там вот что такое? Ну-ка, сейчас попробую тут допрыгнуть. Ох ты. А, подождите. А где моя энергия духа? Что? А, она же в камне, точно. Нужно забрать из камня свою энергию духа. И я тогда смогу перемещаться с плэшем или слэшем, как это правильно называется. Так, давай-ка мы заберем свои возможности назад. И попробуем все-таки до тут допрыгнуть. Ну, по-моему, до тут допрыгнуть реально. Давайте разбег небольшой возьмем. Отлично. И вот он. Ха-ха-ха, друзья. Мы нашли последнего. Да, мы сделали это. Бах. Да. Как же это круто, друзья. Ну, надеюсь, что это последний. Я что-то так начал переживать, что а вдруг не последний. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ачивочку дадут или нет? Да, ачивку дали! Друзья, вы не видите, да, наверное, эту ачивку? Но, я вам признаюсь честно, ачивку получил. Еще новый скин! Это просто бомбезно! Это просто бомбезно, друзья! Все скинцы! Вот это да! Скорее на самую... Я сейчас, в общем, друзья, я сейчас быстренько перемещусь на другую карту, чтобы посмотреть все скинцы из этой игры, окей? Не переживайте, сейчас я вам все продемонстрирую. Ну что же, друзья, мы с вами
А, нашли всех духов. Мы с вами большие молодцы. Сейчас я вам продемонстрирую. Я просто ищу местечко, где можно подзарядиться. Я просто что-то не помню, куда нам нужно идти. Но сейчас я найду, где можно подзарядиться и покажу, как выглядят все скинцы в этой игре и с духом, и без. Вот оно местечко-то какое красивое. Да, это в начале главы 5, я думаю, здесь мы с вами и посмотрим все скинцы. Как же это круто! Вы только посмотрите, какой же крутой скинец. Только не лагай, прошу тебя, очень сильно. Тут где-то камень был, дай-ка мы попробуем. Давай реально посмотрим все, как выглядят скинцы. В общем, вот так вот выглядит без... так, секундочку. Мы, может, тогда переместимся? Так, нет, ладно, давай. И если вытащить, вот так вот будет выглядеть. Ну, слушай, это самый крутой скин, как по мне. Он больше, знаете, так вот на енота, конечно, похож. Енот-полоскун. Но очень круто выглядит, когда вселяется душа лиса. Здорово, здорово, здорово. Вот так вот наша лисичка выглядит в таком состоянии. Далее мы с вами можем посмотреть всех. Мне, кстати, было вот это интересно, лисичка. Сейчас назад. И, ой, какая же она красивая. Какая же она красивая. Ну-ка, давай-ка отдадим. Отдадим камню свою силу и посмотрим. Слушай, ну прикольно. Не, вот этот скин у меня, конечно, фаворит. Фаворит, я думаю, что он достаточно прикольный. Смотрите, какая мордочка. Вай. Ладно, давайте мы еще посмотрим, какие там скинцы есть. Потому что я еще сам скинцы не все видел. Я вот эти два хорошо видел, а вот эти вот я плохо еще видел. Они только сегодня у меня появились. Ну, слушай, прикольно тоже выглядит, особенно именно в спирите, да? Когда душа вселена, круто. А так вот, ну, лиса как лиса, да? Обычная лисичка, немножко грязненькая, но это у нее такая шкурка. Хотя, ой, вернее, не шкурка, это у нее такой мех. Но в любом случае, очень круто. Здорово. Тра-та-та-та-та, я просто в шоке, я реально просто в шоке. Мы выполнили все наши задания, которые только возможны. Ладно, давай мы еще одну тогда посмотрим. Ну, все остальные мы просто действительно видели. Я не знаю, зачем вам демонстрировать все. Так, вот так вот, обычный, как серый волк, да? Это как будто бы волк. Но если мы забираем душу... Опа! Какая же красота все-таки, какая же красота! Мне нравится, мне очень сильно понравилась эта игра, и довольно-таки сложно было. Я около 3, а то и 5 часов пытался пройти, для вас вообще все вот это вот, всех духов найти, вот, ну и вроде как у меня это получилось. Не знаю, понравилось вам или нет, но мне очень сильно понравилось, надеюсь, вы поставите лайкосик. Ну, чисто за старание. Вот за старание очень вас прошу поставить лайкосик. Ну и что же, вот такая вот игра у нас под названием Spirit of the North. Ее, кстати, можно приобрести в Стиме. Ну, это так, кто хочет в нее поиграть самостоятельно. Ну, а у кого нет возможности ее прикупить, обязательно смотрите мое прохождение, будет в подсказках. Обязательно к просмотру. Обязательно! Потому что это очень крутая, интересная и самое главное, что она очень красивая игра. И, ну что ж, мы с вами прошли всю игру абсолютно. Я думаю, что там парочку ачивок я не выполнил. Но я, если что, для вас сниму еще одну серию. Возможно. Ничего не обещаю. Потому что это очень долго серия выходила. Действительно, очень долго серия. Меня даже очень много людей просило, чтобы я наконец-таки это сделал. Но вот у этих людей сбылась мечта. Я выполнил их квест, их челлендж. Ну что же, с вами был Амик, обязательно ставьте лайк, смотрите предыдущие серии по этой игре, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие игры. Ну, а мы с вами прощаемся, и прощаемся с игрой Spirit of the North, а возможно и не прощаемся. В общем, удачки в прокачке, вам! Какая же здесь музыка! Я сделал это. Ух. Сколько времени прошло, я не знаю. Но я думаю, что для зрителей где-то час был. А, я еще не... Я запись не остановил. А, друзья, если что, я реально сейчас уже...